Что строить, что взрывать, нам один хрен. Приказ выполнен, казармы построены. Нами захвачена точка с горючим. Операция завершена. Наши войска контролируют точку. Эта территория принадлежит дяде Сэму. Мы захватили точку. Теперь у нас есть горючее. Стрелки готовы заступить на дежурство. Взвод! Гренадеры готовы. Бойцы ко мне. Чиним, стреляем и спим. Никакого разнообразия. У нас появились гранаты. Пора убить несколько фрицев. Центр средств поддержки построен. Они собираются захватить наш склад боеприпасов. Стрелковый взвод слушает. Слушайте! Стрелки, дядь!
Взвод! Сэр, к бою готовы! Рапортую о завершении строительства. Здесь собрались самые лучшие солдаты. Вернули себе превосходство на поле боя. Выживание в этой армии равносильно Отлично! Построено и готово к использованию! Готов выполнить работу. Один выстрел, один труп. Парашютисты готовы к высадке. Кажется, мы собираемся повоевать. Десантники, добро пожаловать во Францию. Теперь инженер. Проект выполнен. Наша работа. Готовы. Мы теряем сектор. Враг выдвигается. Гренадеры под обстрелом!
Янки захватывают сектор. Солдата убили! Занять его позицию! Мы теряем территорию. Готовы выступать, ждем приказа. Проект выполнен, наша работа здесь закончена. Ну вот, в принципе, без газа. Стрелковый вход вступил в бой с врагом! Обратите внимание! Держитесь и умрите, герои рейха! И вы стрелки! Вот так! Расчет к бою готов! Да, сэр! Солдат, захватите телегу! Десант вышел на место. Довольно отдыхать. Закончено. Неплохо для военных. Удерживаем инициативу. Такими темпами мы возьмем Берлин к Рождеству. Фрицы захватывают нашу землю. Требуются координаты для выпуска противотанковых орудий. Склад боеприпасов атакован. Сержант, у меня очень плохие предчувствия. Операция завершена. Наши войска контролируют почву. Один из наших пунктов снабжения горит. Подразделение уничтожено. Солдат, захватите! Мы закончили строительство. Разрешите доложить, инженеры прибыли. Так мы скоро потеряемся. Пулеметный расчет под обстрелом! Десятый взвод. Стратегический путь наш. Почему бы нам его не защитить? Немцы пытаются захватить.
боеприпасов. Это противотанковое орудие. Выйти и преподать немцам урок. Деникол, Уильямс, тащите оружие и патроны. В таком случае не тратьте на них столько патронов. Противника 300 очков. Теперь войска могут использовать прилипающие противотанковые гранаты. Yeah.